Сезон активности клещей в этом году задерживается. Затянувшаяся зима не позволяет опасным насекомым проснуться. Специалисты Роспотребнадзора советуют тагильчанам поспешить и привиться от клещевого энцефалита. Вакцинация – самая надежная защита. Прививку нужно ставить заранее, действовать она начинает не сразу. Как правило, первые пострадавшие у нас до 7 апреля регистрируются, то в этом году не было еще ни одного пострадавшего от укусов клещей. И в ближайшее время, видимо, еще у нас есть какой-то период в запасе, чтобы мы могли подготовиться к сезону.